Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин 5 капель. Все для самогона, варенья, виноделия и дистилляции. В прошлых наших обзорах мы рассказывали вам про фарфоровые воронки Бюхнера, обезоленные фильтры лабораторные, уголь активированный. Использование этих элементов позволяет вам собрать у себя дома настоящую фильтровальную установку. Сегодня мы хотим поговорить о фильтрации жидкости. Перед вами вакуумная установка «Ручей-1». Это самая доступная модель, которая идеально подходит для фильтрации домашних напитков. Универсальная вакуумная установка для сверхбыстрого фильтрования предназначена специально для больших объемов жидкости и позволит значительно сохранить ваше время на проведение обязательной процедуры очистки браги или уже готового вина и самогона от примеси путем их фильтрования через воронку Бюхнера с углем. При обычных условиях проведения данного процесса затрачивается масса времени, поскольку заливаемая воронку жидкость долгое время застаивается в фильтре и медленно стекает в принимающую посуду. С установкой, принимающей чистый продукт, колбе Бунзена создается вакуум, что приводит к резкому увеличению проходимости жидкости через уголь с фильтра, а также увеличивается качество очистки продукта. Интернет-магазин 5 капель настоятельно рекомендует приобрести подобную установку тем, кто регулярно фильтрует большие объемы жидкости. Вы экономите массу своего времени. Кроме того, по вашему желанию, предлагаемая исходная комплектация может быть изменена или дополнена другими элементами, например, такими как уголь и фильтры. По вашему желанию вы можете увеличить или уменьшить размеры предлагаемых воронки Бюхнера и колбы Бунзена. А также у нас есть готовые вакуумные установки, комплектация которых рассчитана от мощности. Вообще вакуумная установка с использованием роторного или диафрагменного насоса применяется для фильтрации жидкости через слой угля. Если вам необходимо фильтровать какую-либо жидкость только через обезоленный фильтр, использовать такой мощный насос не нужно. Достаточно использовать стеклянный водоструйный насос, простой элемент лабораторной посуды, который подключается к водонапорному крану и может создавать небольшое давление в колбе Бунзена, достаточного для фильтрации даже через самый плотный фильтр «Синяя лента». Стеклянные водоструйные насосы также размещены на нашем сайте и стоят гораздо дешевле, чем электрический насос. Более подробно о них смотрите в наших следующих выпусках. Представленная на витрине комплектация вакуумной установки «Ручей-1». Воронка Бюхнера диаметром 150 мм, колба Бунзена объемом 2,5 литра без шлифа, прокладка, соединяющая колбу Бунзена и воронку Бюхнера, вакуумный пластинчато-роторный насос ВПА 115, термостойкий ПВХ-шланг 12 мм для вакуумного насоса 1 метр и термостойкий ПВХ-шланг 14 мм для колбы Бунзена 1 метр. Переходник на шланги для разных диаметров 8, 10, 12 и 14, 16 для того, чтобы подсоединить шланги. Технические характеристики вакуумного пластинчато-роторного насоса ВПА 115. Питание 220 вольт, количество литра минут свободного воздуха 42 литра минуты. Глубина вакуума 75 микрон, мощность 130 ватт. Количество оборот в минуту 1440. Объем масла 500 мл, вес 6,5 кг. Размеры 321 на 122 на 245 мм. Специализированная вакуумная установка для быстрого и более тщательного фильтрования больших объемов жидкости
состоит из воронки Бюхнера, колбы Бунзена, изолирующей резиновой прокладки и главного рабочего элемента – вакуумного насоса. Принцип работы установки максимально прост. Воронка Бюхнера через изолирующую прокладку вставляется в колбу Бунзена, в которой насосом создается вакуум. В итоге заливаемая в воронку жидкость начинает активно просачиваться через слой предварительно насыпанного угля и обезоленный фильтр. В итоге скорость фильтрации возрастает в десятки раз, и вам не придется тратить на процесс фильтрования и очистки браги или готового продукта часы своего времени. Преимущество. Преимущество вакуумных установок – это сверхбыстрая и качественная фильтрация самогона и других алкогольных напитков в максимально короткое время. Подходит для фильтрации от всех механических примесей любого размера. Повышенная производительность. Возможность поменять или изменить предлагаемую конструкцию на ваш выбор. Очень проста в обслуживании и работе. Как пользоваться? Нужно воронку ставить в колбу Бунзена. Соединительный кран и газоотводную трубку вставляют в колбу с помощью резиновой пробки с тремя отверстиями. Колбу и всю установку в целом соединяют с помощью шланга ПВХ. Водостройный насос присоединяет к водопроводному крану. Проведение работы. В воронку вложить фильтр, диаметр которого будет на 2-3 мм больше внутреннего диаметра воронки. Края фильтра загнуть по диаметру воронки. Смочить фильтр дистиллированной водой и равномерно прижать его пальцами ко дну воронки так, чтобы не было зазоров. Включить насос. Фильтр под давлением воздуха прижимается к воронке. Фильтруемая жидкость выливается в воронку порциями по мере отсасывания фильтра. При включении насоса вследствие разрежения воздуха по всей системе происходит ускоренное фильтрование. После окончания фильтрации открыть кран предохранительной склянки. Для того, чтобы извлечь осадок из воронки, следует вынуть воронку из колбы, повернуть воронку отростком вверх и разместить на листе бумаги. Хорошо протереть отросток воронки чистым полотенцем, продуть в отросток воронки, при этом фильтр с осадком выпадет на лист бумаги. Спасибо за просмотр видео. Возникли вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.